Перед ифтаром обязательно надо выпить сок фруктов, вот, груш, яблок. В общем, короче, апельсины самые лучшие подходящие это. Вот я выжимаю сок, а вот это вот у меня вот, когда после этого остается, вот она внутренняя вот это, да, вот здесь собирается, это тоже как пюрешка заедается. Вот, и вот такой вот сок. Обязательно надо, обязательно, дорогие мои, сок. Витаминами надо насыщать организм. Вот, а потом уже приступить. Вот, фрукты, инжир вот такой надо, без сладкого. А банан вот так вот. Инжир вот такой сушеный надо брать, без всяких там этих сахарных сиропов, вот это не надо. Вот он, инжир. Видите, как сушеный вот так вот. Вот так надо начинать ифтар. Потом уже второе, третье, четвертое. И получает удовольствие.